В рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» в Центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации прошло новогоднее мероприятие «В ожидании чудес». Учреждение превратилось в сказочный лес с нарядными елками и блестящими огнями, а в зале царила новогодняя атмосфера веселья и задора. И все это, как отметила директор центра Елена Крысенко, благодаря тем, кто проявил внимание и заботу к учащимся и воспитанникам центра. В нашем центре обучается 85 детей с инвалидностью. И сегодня каждый ребенок получил подарок. Осуществилась мечта каждого ребенка. Потому что сегодня в гостях у нас побывало много людей, которые не остались равнодушными и пришли поздравить наших детей. Это представители всех организаций, предприятий нашего города. Я безмерно их благодарю за укрепление материально-технической базы центра, за то, что они подарили сегодня частичку тепла, доброты, милосердия, любви нашим детям. Новый год – время исполнения желаний. В этом деле без чудес не обойтись. Среди волшебных снежинок и добрых морозов, которые пришли поздравить ребят и вручить подарки, представители шефствующей организации предприятия «Стенлес», отделов внутренних дел и государственного комитета судебных экспертиз, горотдела по чрезвычайным ситуациям и Пинского пограничного отряда, отделение Белорусского фонда мира, комитета профсоюза работников образования и науки, общественных объединений «Белорусский союз женщин» и «Белая Русь», мясокомбината и ремонтно-строительного управления. Сегодня более 4500 членов Пинской городской организации Республиканского общественного объединения «Беларусь» принимают активное участие в таком замечательном мероприятии. И мы надеемся, что мы дойдем до каждого ребенка и поздравим каждого. Из года в год мне удается здесь побывать, и с огромным большим удовольствием я здесь нахожусь, я вижу ту атмосферу праздничную. Это дорогого стоит. Особенно сумасшедшее огромное спасибо организаторам. И благодаря тем, которые принимают участие в таком масштабном мероприятии. И я думаю, что не только это нам отрадно и приятно очень тем маленьким детям, которые долгожданно ожидали гостей. С удовольствием, с большим удовольствием мы принимаем участие в этих праздниках. Естественно, дарим определенные подарки, которые необходимы центру. Хотелось бы в новом наступающем году пожелать и коллективу центра, особенно на этим воспитанникам, здоровья, удачи, веселья. Такого же веселья, как сегодня мы видели на этом празднике. Мы сегодня дарили теплоту души деткам, которые в этом нуждаются. Мы организовали для них замечательный праздник. И именно совместными усилиями мы им дарим теплоту, заботу и поддерживаем морально родителей, которым, возможно, не всегда легко с такими детьми. Мы желаем всем терпения в новом году, здоровья, и пусть все заветные мечтания их исполнятся. Счастливые и радостные ребятишки приготовили ответные подарки. Свечи, сделанные своими руками, которые будут напоминать о благодарных маленьких сердцах. Волонтеры Пинского педагогического колледжа вместе с ребятами отправились в увлекательное путешествие «Домик у дорожки». От лица всех родителей я бы хотела бы выразить слова благодарности за чудесный праздник. Хотелось бы пожелать всем представителям организации, которые предоставили чудесные подарки, чудесное настроение. Это очень приятно и делает нас еще счастливее, потому что в таком проявлении забота для нас – это большое счастье. Теплота сердца и яркий свет улыбок растопят любую печаль и невзгоду. А значит, Новый год будет таким же светлым и радостным для этих замечательных и мальчишек, и девчонок.